Мои дорогие зрители, давно мы не были в Киеве. Магазин «Экзот», который продает обалденную рыбу, свежую, соленую. Есть приготовленные котлеты. И мы сюда сейчас заходим, потому что магазин стоит внимания. Здесь очень классная рыба с прямой поставки. Мы заходим на обалденную селедочку. Есть вот такие суши. Крутые. Здесь прям готовят суши. Мы посмотрим селедочку. Сардинки. Селешечки. Есть вот такая вот охлажденная рыбка. Корюшка. Разные, как я говорю, морские гады. Пожалуйста, соусы к рыбке, конечно же, красная рыбка. Я хочу купить себе тоже рыбку. Карта, откуда поступает рыбка в этот магазин. Здесь очень классные бутерброды, бургеры, все это с рыбкой, с селедочкой. Реально очень вкусная рыбка. Только кладешь на сковородочку и жаришь, играешь такую ленивую хозяйку. Филе соуса. Посмотрите, какие соусы. Я со сладким завязываю. Сажусь на диету. Такие столы, где можно присесть, покушать уже готовую рыбку. Я, конечно же, себе купила котлетки. Ведь томаты, так что вечером будет у меня ужин с салатиком и рыбкой. Вам хорошего дня. Не забудьте, пожалуйста.